извините, Порошенко, да, с российским, очевидно, паспортом. Вот в его случае как раз-таки... В его случае будут бить не по паспорту, а, прошу прощения, по морде. Это другой совершенно случай. Не зарекайтесь, как бы нам его в конечном итоге не пришлось спасать. Извините, Порошенко, да, с российским, очевидно, паспортом. Вот в его случае как раз-таки... В его случае будут бить не по паспорту, а, прошу прощения, по морде. Это другой совершенно случай. Не зарекайтесь, как бы нам его в конечном итоге не пришлось спасать.